Но и если бы не вот эти удаления, я думаю, что абсолютно устраивать должна игра. И вот он гол. Йокевич забивает Эли Толванен 1-0. Прекрасное, прекрасное подключение, во-первых, Эли Толванена. Мы его поздравляем, мы говорим о том, что не такая у него результативность в этом сезоне. Для него и всего лишь пятая заброшенная шайба. Но вот если взять последние пять встреч, пятый он проводит, то уже третье набранное очко. Мы отметим тут Лева, который очень классную передачу отдал, подключившись. Это все от выигранного вбрасывания. И одного оставили. Тут, конечно, на перемещении, на передаче игроков не доработали.